Для профилактики и предупреждения транспортных происшествий с несовершеннолетними на Московской железной дороге проводится месячник «Дорога железная не для игры». В Одинцовском городском округе мероприятия проходят совместно с администрацией муниципалитета и профильными организациями. Главная цель – напомнить жителям, взрослым и детям о правилах безопасности на железнодорожном транспорте. От их соблюдения зависит жизнь и здоровье.